Всем доброе утро. У них есть детская мебель. Сейчас хотел кое-что подклеить. Хотел, нужно подклеить, потому что они разваливаются. Но ничего страшного, клеится быстро. Вот такие вот мебель детская. Дочка играется. Сейчас возьмем клей, подклеим и нормально будет, будет как новое. Там все миниатюрное такое. Вот так это примерно выглядит. Так, здесь тоже что-то сломали. Так, вот это мы вот здесь оставим. Ну вот она стулка. Здесь надо ножку приклеить. Картина. Тоже он развалилась. Но это очень давно делалось. И в принципе сейчас вот небольшое давление какое-то, да. И вот здесь вот, где клей, да, все отваливается. Клей по дереву. С настоящего дерева делали, да, вот это все. Сейчас клей есть уже, все, это ножки уже не впервые этим занимаемся. Вот сейчас мы так вот здесь вот нога. Вот она. Стулка. Здесь у нас еще есть один. Здесь вообще осталось от стулки. Смотрите, что. А где остальное все? А где остальные запчасти? Вот они. Потому что у нас вот. Смотрите, от стулки тут все поразваливалось. Так, вот так. Вот так. Это надо все заклеить. Так, вот это вот здесь тоже надо клеем. Ну, клей довольно-таки густой. Тоже как бы есть особый плюс. Ничего не утекает, не убегает. Так. Ножка. Ножка. Наш. Нет, надо еще. Надо почистить этот. Тоже кто-то клеил клей от старого клея. Вот эти сопли. Убрать, они мешаются. Прям. Чтобы она высыхала, не трогая, не напрягая, тогда будет все нормально. Сейчас это надо спрятать, главное. Работа. Сразу, надо сразу, когда приклеиваешь, такие вот табуретки именно выстраивать, чтобы они потом ровно были, так не болтались. Уровень такой. Хотя уже ножки не соответствуют некоторые. Ну да ладно. Вот раз в полгода такие процедуры есть. Самый мелкий берет и все это разносит. Кто хочет поработать? Нет, спасибо. Это мне, знаете, никак не хочется. Здесь у нас стул сломали прям по самой не хочу. Так. Все это здесь клеим. Старый клей уже, которым 30-летней давности все повысыхало. Говорю, тут проблемка его сломать вообще не создает никакой. Чуть-чуть на него давление и мы отходим. Слава богу, что вот это дерево не ломается напополам, как-то там чего-то, да. То есть в этом плане еще хорошо, что можно это все спасти, взять заново тут, доклеить, подклеить. Все будет нормально. Так вот. Клей вот простой. Как он там называется? Для дерева. Вот этот Holzleim. Специально по дереву клей в России называли как-то ПВА, что ли. Что-то такое было, я ничего не помню уже. Но
факт остается тем, то, что так вот раз отремонтируешь, у тебя мебель для детишек, вот это все. Так, сейчас мы еще здесь клей намажем. Мало, мало клея было. Да. Вот здесь вот это вот так. Еще раз. Сейчас просто я вот это вот зафиксирую. Надо его положить и не двигать. Лучше всего, чтобы он схватился, то есть там часов, сколько ему надо, часов там не стоит. Стоит как будто на 5 минут, но мало верится мне. Тем более это на 5 минут, когда клей еще новенький, это мы уже нашему флакону клея уже пару лет в обед, и у него не такие свойства хорошие, то есть ему надо тут, чтобы там часами это все полежало, но будет после часа примерно будет уже эффект. Но я в основном склеиваю эти деревянные игрушки, они лежат почти сутки. Телегу мне дали, а где колеса? Колес нет. Интересно, куда колеса подевались. Здесь, по-моему, он разобрался, она вон все вот эти вот штучки между собой. То есть сейчас мы смажем, склеим и вперед. Здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Так-с, такая вот, вот такая вот детская мебель. Вроде как игрушечная, но она все просто в миниатюрном формате, но то есть функции там как вот там какие-то шкафы, тумбочки, тебе там все есть, все как на больших вещах, только в маленьком, в мини-формате. Вот это самое интересное. Вот так вот. Колеса надо будет найти. Где-то же они должны быть. Бам. Все. А теперь идем на YouTube стримчик.